Наше предприятие маленькое, но наши вина все элитные. Даже у нас были туристы из Франции. Они были поражены качеством нашего вина. Это вино было оценено международным жюри на конкурсе «Вин Молдова 2017». Каберне Мерло, серебряная медаль. Вот вы здесь вот видите серебряная медаль. Спасибо, спасибо совместной работе с консультантом. Без надежды мы бы, конечно, эту медаль, я думаю, что не получили бы. Ми не консідерації ще у тілажу Карела прокурат піпаркурс, а матінс у каліті у нівел продукенду волумом пік маймарі, єла спад сияс ку продусу ж п'ятца інтернаціонал. Это мини-музей. Нам очень приятно, что мы восстанавливаем нашу историю, что мы не забываем наши традиции, а передаем их молодежи и нашим детям. Значит, у нас есть будущее. После того, когда научились делать хорошее вино, и стали появляться желающие, которые хотели приехать именно к нам домой и попробовать у нас дома. Ну давайте, за именинника. Нам очень приятно, как нас приняли. Все очень по-домашнему. Прекрасное вино, прекрасный человек. Лиза, и мне очень это нравится, и я хочу это продолжать. Я хочу, когда вырасту, стать виноделом.